Нет, ты, кстати, нормально отыграл. И откидывался, и вроде Да, отсилился. ульту нельзя сказать, что бестолково проебал. Нормально вроде все было. Типа того. Бля, ну если только одну. Сейчас, секунду. Не проверю, что там. Надо еще. Flatline. Flatline, значит. Дохуя цена. Пирожками мороженое девкам на гражданке покупать. Выбери меня, а это магазин. Причем мы выиграли, учитывая, что я прям жестко проебался. Я кинул батут, чтобы как раз подлететь, ну, неожиданно. И чтоб, ну, по мне было тяжело выстрелить. В смысле лоба. А, он Октейна занял. Ну, понятно. Короче, вот, и кинул батут, чтобы как раз к нему подлететь, и они выцелить меня не могли. Батут кинул, и, блядь, мимо. Просто мимо пробежал. Зато я влетел по батут. А, да? Как раз когда ты вырубил, я летел к этой второй, но толку от меня не было. Ну, наверное, красиво было. Че ты здесь говорил? Я не люблю так делать, это механика Octane. Если механика существует, почему я не пользуюсь? А, ну да. Я люблю мимо пробегать. Находу. Меня тут Настюха подъебывает. Тебя что, вырубили? Ну почти. Ай, ладно, давай еще. Так и быть. Уговорили. Неинтересно. Я так и не нашел флетлайн, так что. Надо еще раз. Тебя.
здесь, наш выход. Всех туда, да что, блядь, вас туда тянет? Криво, косо. Все ясно. Все понятно. Походу еще вот и пизда. Нашла цель. Ой, хорош. Отхилить стал, не хочет. Лайфлайн он взял. Вот. Молодец. Ну можно еще разок. Ну все, ты закругляйся. Ну это последний. Там тут не место, это работа для мастеров. Нас ждет серьезное дело. Сгоняем за добычей, амиго. Ого. Дэйн. Перед вами чемпион. Вы знаете меня в лицо. Так найдите меня. Нужна помощь! Следующий, все у тебя будет в норме. Подремал и хватит. Лечу, лежу, осколочная граната. Ложись!
хуйня какая-то. Что-то я не посмотрел, сколько мы в итоге убили народу. Не посмотрел, сколько народу мы убили. Трое. Это так жестоко. Я нашел флейтлайн и нанес 749 из 750. Ладно. Ну вот, посмотри. Это нечестно.